Все начиналось курьезно, она была грациозна. Он на коне двухколесном решил ее подвести. Они решили серьезно, еще на том перекрестке, на мотоцикле прям к звездам дорогу изобрести. Но оказалось стервозно, подруга так грациозна, и стала требовать Бентли на половине пути. Да и чувак, что был звездным, стал существом папиросным, и лишь с конем двухколесным мечтал всю жизнь провести. И на двухколесном себя и по.